И часто, когда человек говорит, что ему лень, ты с ним разговариваешь, расспрашиваешь его, ты просто понимаешь, что у него есть вот эта мечта, которую он даже не способен структурировать, как он к ней придет, из чего складываются шаги для достижения этой истории. Вот. Поэтому возникает ощущение, что цель есть, желание есть, но это желание не психическое, оно ментальное. И вы не можете на этом желании двигаться. Вы можете двигаться только на своих фактических потребностях, на своих фактических дефицитах, на своем фактическом голоде. Поверьте, если лишить вас кислорода, пакет надеть вам на голову полиэтиленовый, вот, то вы, даже будучи очень ленивыми существами, вот начнете как-то бороться за существование. И это очень важно, понимать, что цель, желание, оно рождается из дефицита.